Человек сотворен из воды. Ищу спасение у Аллаха от сатаны. Аллах сотворил все живое из воды. Одни из них передвигаются на брюхе, другие ходят на ногах, иные же на четырех ногах. Аллах творит, что пожелает. Поистине Он мощен над всем и вся. Ужель неверные не видят, что небо и земля вначале единой массой были, которую мы рассекли на части, и сотворили всякое живое существо из воды? Ужель опять не уверуют они? Он тот, кто создал человека из воды и учредил ему родство по крови и по браку. Господь твой истинно всемогущ. Если мы внимательно рассмотрим аяты Корана, упоминающие о сотворении человека и других живых существ, то совершенно ясно увидим, что творение всех живых существ на Земле – великое чудо. Одна из форм этого чудесного творения – жизнь из воды. Эта информация ясно выражена во многих аятах, однако стала доступной осознанию человека только благодаря изобретению мощнейших микроскопов спустя полтора десятка столетий после ниспослания откровений Корана. В наше время все научные источники едины во мнении. Вода – это основной элемент живой материи. От 50% до 90% веса живых организмов составляет вода. К тому же во всех книгах по биологии написано, что цитоплазма – основное вещество клетки. Стандартной живой клетки также на 80% состоит из воды. Цитоплазма была исследована в лабораторных условиях и описана в научных изданиях спустя многие столетия с того момента, когда был ниспослан Коран. Следовательно, факт, который сегодня признан во всем научном мире, не мог быть известен в те времена, когда был ниспослан Коран. Однако Коран особо упоминает об этом факте физиологии жизни.